Дорогу инновационным проектам. В Караганде запустили новый проект. Первый в Казахстане завод по производству кондитерских кремов. Продукция составит серьезную конкуренцию европейским аналогам. В чем особенность отечественных полуфабрикатов? В следующем репортаже. 2 года ушло на реализацию проекта. И вот новое детище местных бизнесменов можно уверенно показывать карагандинским властям. Директор компании рассказывает главе города об особенностях нового предприятия. Здесь впервые в Казахстане будут производить кондитерские крема. Проект поддержало государство. Завод вошел в карту индустриализации. Стоимость технологической линии 125 миллионов. Часть средств получили в кредит по субсидированной процентной ставке. Сейчас здесь трудится 20 человек, но как только предприятие выйдет на проектную мощность, появится еще 7 дополнительных рабочих мест. Он должен выйти на мощность в 2013 году. Ну, он должен технологически набрать, во-первых. Во-вторых, он должен занять свою нишу. Пока эта ниша занята такими большими странами, как Беларусь, Украина и Россия. Ну, чтобы в эту нишу зайти, ему нужно немножко поработать. Плюс потребитель должен почувствовать его качество. Цена, качество, оно в совокупе должно это дать. Карагандинские кондитерские крема дешевле и качественнее, уверяет директор завода. Потому составить конкуренцию европейским аналогам не составит труда. Производство ведется на китайском оборудовании по особой технологии, единственной в Казахстане. У нас внедрена, можно сказать, уже с сегодняшнего дня технология изготовления крема кондитерского – это технология Китайской Народной Республики. Отличается существенно от других, хотя бы тем, что у нас продукт находится в замороженном состоянии. Вот. Как правило, продукты находятся или в жидком состоянии, или в сухом. Продукт в замороженном состоянии хранится точно так же в замороженном состоянии. Срок хранения до 12 месяцев. С конвейера будет выходить полуфабрикат кондитерского крема. Предназначена молочно-растительная масса для кондитерских цехов. После шоковой заморозки упаковка попадает опытному кондитеру. Здесь крем будут использовать для изготовления, оформления и глазирования всевозможных тортов, пирожных и прочей выпечки. Наш крем увеличивается в 4 раза. При этом надо это усмотреть. Вливается в миксер, все это взбивается 8 минут. Он поднимается в 4 раза. Его консистенция пышная, ровно ложится. По вкусу он как бы сливки идет. Ванильно-сливочный аромат у него. Можно добавить сгущенку, будет очень замечательно. Продукцию готовят на экспорт. Кроме того, возможно, что в ближайшем будущем отечественный крем попадет и на прилавки обычных магазинов. С такими планами поделилось руководство компании. Ирина Камышова, Олжас Габасов, Марат Култенов, Первый Карагандинский.